Так, ну что ж, нам недолго было ждать. Ребята сразу же, буквально сию секунду, начинают вторую игру Midtown. Ну и будем смотреть как за развитием событий. У нас за синих первым начинает Jet Nations, так сказать, за сильную сторону. Будем посмотреть, что у нас делают Ашер. Они все... Нет, не все, я думал сразу все. Ну, что-то Desert вообще, по-моему, АФК стоит. Нет, подходят они все-таки массово под бету. Контролит уже Алекс. Угол Электро делает скилл. Электро сегодня божил на этой карте против Dream Team'ов, там набивал под 15-17 фрагов, показывал очень жирную игру. Так, и выходит у нас Алекс и получает такой нереальный шестшот от страйка. А МКОД взрывает Чилина на бочке, стреляет еще с Дезертом, и это, по-моему, фейк на Альфу, или мне кажется? Нет, флеш прошел ЦК, и ЦК прошел МКОД, получает хэдшот, и флеш взрывает сейчас JK. Остаются они 2 в 2, очень-очень интересно происходит. Так, посмотрим, что будет делать флэш. Нет, точнее, даже электро. Блин, смотри. Разменялись, и сейчас они, на самом деле, очень хорошо обманули ребят, так как все-таки флэш будет ставить, нет? Или электро? Нет, электро запалили на Б, поэтому флэш, скорее всего, будет ставить бомбу, да. Ребята уходят. Электро еще делает килл. На него еще отходят. И немножечко не по таймингу он выпрыгнул, лучше бы он посидел, и тогда страйк бы подумал, что все-таки на Б поставили, а так он уже был уверен, что поставили на Альфе, и он идет туда. Флэш 34, хп у страйка 20, он очень медленно заходит. Флэш не знает, что чувак будет с респаун, смотрит ЦК длину, и вот слышит, наверное, не знаю. Слышал, стреляет, хорош, флэш, берет он первый раунд, я думаю, там масса криков ТС, на самом деле я могу зайти в ТС, как бы... и послушать, что делают ребята, как они кричат, но поскольку у нас минутная задержка, а, ну да, в принципе, да, все равно я могу, сори, могу я зайти, да, на секунду, то, давайте, может, так и сделаем, хотя, нет, у меня TeamSpeak выключен, я не буду мешать ребятам, вот, поэтому все-таки будем смотреть игру, никаких TeamSpeak'ов, то еще будут думать, что я сливаю инфу. Так, ну что ж, флэш у нас под ЦК, Алекс и Год тоже там возле беттера крутятся, электроконтроль у нас бету, в смысле бухло. Так, посмотрим все-таки за электро, он сейчас по всей видимости будет проходить чекать, его уже через ширму проверяют потихонечку. Вот он идет чекать, так, гранаточка еще, отходит сразу электро, правильно делает. Так, ну что же у нас будет решать, ребята, делать? Так, Алекс решает все-таки, наверное, на бета сейчас пройти. Кидают они гранату. Еще одну. Сейчас будет ширма очень жестко простреливаться, наверное. Накидывают дымов. Алекс проходит через все эти дымы. Очень так сплоченно. Так, даже разбивает скака. Алекс у нас идет на плент. Еще флеш делает килл. Хорошую атаку сейчас демонстрируют игроки команды Ашер для ЦК. Ну тут, в принципе... 4, нет, 3 в 3. Ой-ой-ой-ой, какие размены! Угу, Чилин со страйком просто разложили всех буквально за 2 секунды. Это просто нереально, ребят. Капец, вот это развалочка такая именно. Схватили только что Ашеры по головам. Ну, печальненько, печальненько. Так, ну что ж, у нас... Так. Флэш там у нас агрит длину. А, уже не... Да, агрился, да? К сожалению, флеш умирает на длине. Так, Алекс под Б. ЦК контролит JK длину. Стреляет. Тут МГОД. Куда же решают пойти? Или решат пойти Ашер? Не знаю. Там страйк уже очень, так сказать, близко контролит. Тут рядом стоят ребята из Ашер также. Ну, будем смотреть, как этот парень принимает сейчас точку. Если, конечно, он ее примет. Чего сказать мы не можем на самом деле. Ой, Год взрывает на бочке JK, и так, по всей видимости, ребята сейчас на Альфу пойдут. Не-не-не-не, страйк еще перестреливается, стоит он за бочкой. Так, там Дезерт с Алексом пытаются мансоваться. Да, Год уже побежал прямо. Так, стреляется еще в ЦК, Года уже сбрили на длине. Блин, а все пропускаю. Дезерт так и дальше будет стоять чекать. Чилин уже впритык смотрит. Ну что ж будет решать? Дезерт там, блин, очень близко находится с беты. Точнее, возле бухла. И, наверное, все-таки решают ребят пойти к бухлу. Да, вот тут электро медленно проверяет. Алекс еще возле ЦК. Посмотрим, как электро у нас тут чекает. Он очень медленно увидел он игрока.
Блин, ему сразу попадают очень жестко, как таки убивают Электро. Контроль это не с респа, а из пухла, я так понимаю, нет, с плунта. Плунта из респа. Остается Дезерт с Алексом. Остается 7 минут 12 секунд. Они решают по-любому сейчас пойти на альфа. Вот Тушкан заходит. Ай-яй-яй, Алекс, как же ты не увидел. Ну, им единственный вариант сейчас либо пробивать ЦК, либо идти на длину. Я так понимаю, что ребят пойдут на длину. Да, Дезерт уже на длине, откидывают они гранатами Беттер. Прокид от Каликса, там уже Тушкан, контроль за БТРом, перестрелка, как убивает ЦК, Алекс его убивает, но Тушкан разменивает, и 2-1, 2-1 в пользу Zetnation. Ну, тем не менее, у них, конечно, сильная сторона, но Ашер, давайте не сдаваться. Первый раунд очень шикарно сделали, я думаю, что можно на самом деле делать все такие раунды, продуманно выждать, как бы выйти на 1.7, то есть не умирать по одному. В начале раунда, ну тут Электро просто у нас заходит ЦК и погибает. И я не понял, что на самом деле произошло. Может быть, у них какой-то срач находится сейчас ТС, они там между собой ругаются. Ну, минус мораль, конечно, против после первой карты это есть такое. Но мы не будем, в общем, это, конечно же, афишировать. Зовите своих ребят на стрим. Ребят, друзей, знакомых. Я не думаю, что можно пропускать финал такой, только квалификация, как бы, и очень серьезные команды встречаются между собой. Тышка у нас просто стоит, ЦК контролит потихонечку. Ну, у нас тут по таймингу за беттер Тушкан стреляет, вдруг там кто-то выйдет на голову. Но никто, конечно же, не выходит, ожидает все паузы. Остается минута 53, Шер сейчас 3-5, флеш у нас флеш, попробует, наверное, развалить, но Тушкан на ту точку как раз пострелял, сделал 2 минуса, вообще, жесть, какие минусы на самом деле, и поджим идет Дезерта на респаун, откидывается гранатами, может хоть кого-то убьет, но не получилось, зажимает, должен был сделать, по идее, килл, у него пушка из рук, так хоп, вылетает, и сейчас становится 3-1, не дается игра как-то Ашером, к сожалению. Ну, посмотрим, что будет дальше. Делает электрокилл сходу, он убивает, по-моему, только что ЦК. Это очень хорошо. Так, уже зонтов смотрит ЦК. Так что, ну, что у нас решают ребята? Дезерт и Алекс сидят плотненько так под бухлом. А Аймгот с флешем под А. Куда же решат они все-таки пустить свою атаку? Мы этого, конечно, пока что не знаем, но... Тем не менее, я думаю, мы это очень-очень скоро узнаем. Бегут они все-таки на бухло. Заходят, там страйк с бортика стоит, скидывает он гранаты. Откидывает также от гранаты и Шер уже как сделал килл. Алекс выходит на зонты, так, нужно убивать, нужно взрывать. Алекс идет на зонтик. Ой, флеш сделал килл, Электро сделал килл, ЦК у нас остался еще... JK, который сделал 2 минуса там, успел, и он остается 1-2. Электро остается 1. Электро остается в 0. Точнее, Электро не остается, и JK тащит раунд, и это вообще жесть просто. Ну, зачем было вылазить на игрока, который просто настрелял всем головы? Это, по-моему, очень глупо на самом деле, как бы. И этим платятся, как бы, игроки команды Ашер. Так, вот смотрим мы небольшую статистику по картам. Так, ну, смотрим, что у нас будет делать сейчас команды. В принципе, ничего как бы не меняется. Ребятам, наверное, надо пробривать ЦК, но у них это не очень сильно получается. Электро вот пытается там сбрить заказ, там никого нету, кинули просто, откинули дым, как бы. И все, собираются они под Б, сейчас будет рашиться бета, посмотрим, как будет ее принимать. Так, у нас, так, вот посмотрим, наверное, за атаком. Он нас тут близко принимает, кидает нас сразу грену. Отходит, ой, страйк вешает голову. Не получается как-то выйти у Ашера, сейчас вешает еще раз как голову тоже. И, ну, вот никак не получается, блин, страйк просто нарешал, Тушкан помог. Скак, за которым мы смотрели весь раунд, тут был-был и что-то ничего не повесил. Аймгот нас тем временем убивает чувака на А и решает быстренько уйти на рест. Посмотрим, сможет ли он потащить 1-3. Мега, и мы в тебя верим, давай.
71% в голову попадания у пацана. Я думаю, пацан должен зарешать, как бы. Смотрим, что он будет делать. Оу, ну, Джей-Кей там ждал с курятника, пока он выйдет. И это просто нереальный шейк, голова прилетает. Сейчас на 5-1. Ну, видимо, не очень готовы у нас игроки команды HR, чтобы войти в Star Ladder и показать там хороший уровень игры. Ну, мы посмотрим, может быть, Z-Nation просто действительно настолько жесткие. Вот они прошли в... Тушкан там уже 2 килла сделал. Не получилось ЦК пройти. Дезерт, конечно, разменивает сейчас его, но 3 в 4 и очень покосный Дезерт. Да, вот уже и не очень покосное ощущение. Дезерт, ну тут фазум делает шикарнейший. Вот это ж бан прилетел. И год у нас остается один. Заходит сейчас на Б, там страйк, конечно же, ждет его. Ну, знает, что год там находится. В смысле, знает год, что там находится страйк, и но со спины уже приходит просто чилин. Сбивает он года, сейчас на С6-1, и это, конечно, очень печально. Никакой борьбы фактически не происходит. Да, по-моему, ребятам тут надо попроще булки свои разложить и просто куда-то в агро пойти, сбрить там двоих типов, выиграть раунд. Вон как раз электрофлэш, пошли сбрили, пошли дальше. Электро стандартную точку убил. Отвечают ребята из команды Z-Nation, убивают они флэш, а им год делать еще килл. Ну вот, 4 в 2. Просто в тупую агр и потом играть на размене. Это на самом деле сейчас очень правильная игра, и в поинт-бланке она действительно решает. Посмотрим, что сейчас будет. Ну, ура, ура, взяли HR раунд, второй уже. Меня это очень радует на самом деле. И, ну, вот то, что я и говорил, ребята расслабились, как бы пошли просто в агр, заняли фактически А, и все, и раунд закончился. Я думаю, ну, сейчас вот три человека уже идут на А, потому что не хотят допустить той же ошибки игроки команды Z-Nation, но тут агр не делают ребята из HR. Посмотрим, в общем, что будет дальше. Оу, чилин дает сразу голову, как только флэш заходит. Алекс сбривает с бочки. Где там Алекс вообще? Ой, там такие какие-то войны. Заходит у нас еще Дезерт, молодец, застреливает. 3 в 3, Тушкан делает еще килл, 2 в 3. Электро сейчас очень важен. Ну, Электро, давай додави! Нет, не получилось давить. Дезерт сейчас сбивает 1-2, но не получилось. Увы, 7-2. Счет, в принципе, абсолютно такой же, как у нас на карте ВВГ за первую сторону. Сейчас у нас будет вторая сторона. Я надеюсь, что все-таки за синих сейчас ребята начнут думать головой, начнут тащить. У них начнет все получаться и... как уже было у нас сегодня, по-моему, с командой Dream Team, ребята проиграли, по-моему, тоже 7-2 за атаку на Металлоне, но потом они собрались, потащили 8 раундов и выиграли эту игру. Поэтому я желаю им такого же успеха, такого же камбэка, и чтобы ребята сейчас действительно потащили игру. Итак, ну что ж, у нас вторая сторона сразу начинается. И мы будем смотреть, что у нас происходит в данной игре. Так, Z-Nation решает очень быстро занять длину, а также возле бухла. Так, Desert с Алексом у нас уже готовы откидываться, отстреливаться, да, там ширма простреливается. Так, AimGod, флэш на Альфе, Электро в ЦК. Так, ну что ж, год у нас в контроле, да, Тушкан тут. Флэш, так, флэш уже контролит, флэш нужно быть очень осторожным на самом деле. Хорошие две гранаты он кидает, которые прямо на беттер или под беттером встречаются, и он залетает сразу на беттер. Пытался встретиться, тут не 169 хп, Джей-Кей ставит ему голову. Позиционно он переиграл сейчас флэша, серьезно, очень даже, я бы сказал. И год один остается на А, у него сейчас идут атаковать, он пока что не подозревает, что очень много игроков заходит, страйк просто взрывает в голову сейчас. АМГода, знал он, что там стоит.
также тоже Anyplant. Ну что ж, Электро у нас заходит с респа. Вот это единственное, что сейчас может очень сильно порешать. Через ширму там пытаются что-то простреливать. Сейчас у нас страйк. Алекс делает голову. Так, ну что ж, нужно, чтобы Алекс сейчас... Электро еще убивает. Ну что ж, давай, Алекс. Ой-ой-ой, врывается. Алекс знает, здесь тип стреляется, он сейчас с ним перестреливает. Страйк сбивает Электро. Блин, это очень плохо. Только что 2 в 2 они могли потащить. Тут остается 1 в 2 Алекс. Ну зачем? Пропустил бы лучше. Спину пострелял, спалился. Ну и теперь знают, где Алекс. Ребята просто выходят, убивают. Сейчас у нас 8-2. Какой 8-2? Да, 8-2 первый раунд. И тащат у нас игроки команды Z Nation. И очень зря, что он вот так вот отдался, конечно, на Электро. Обидно, обидно очень. Могла бы завязаться очень серьезная игра. Так, ну и что же нас будет сейчас, наверное, продавливать бухло. Там Дезерт уже стоит. Задымил он угол. Так, ну и решили сделать у нас... Так, прокиды. И решили у нас акцент сейчас сделать ашер на альфу. Вот, один дезерт остается в контроле. Посмотрим, все-таки за дезертом, так как сейчас ему будет на самом деле очень трудно. Тут уже два игрока его пытаются агрить, закидывают дымами. Заходит Чилин сразу сейчас, начинается перестрелка, и дезерт успевает убить. 3 хп остается буквально у Тушкана, снял он маску и убивает. ЖК еще убивает Электро. Очень красный сейчас Тушкан и флеш. 3 в 4. Ну, реально, как бы, потащить, но Z Nation уже ушли на Б, уже они будут сейчас ставить... А, нет, они еще не зашли. Алекс уже контролит зонтов, и сейчас он может сразу же сбрить первого, кто будет выбегать. Выбегает Тушкан! Нет, не сбивает, все-таки Алекс попадает в него один патрон, и нужно быть очень осторожным, кидают уже гранаты ему. Тушкан заходит. Неужели он стоит... Ай-яй, страйк влетает, убивает Алекса под зонтами, остается год с флешем, флеш тоже умирает. Это печально. А им год остается один ЦК, к нему уже идет Джекей. Просто выходит он, стреляется с лестницы и, увы, перестреливает Джекей года. Это печальненько, честно, 9-2. Ну и что, целых 7 матчпоинтов сейчас у игроков команды Z Nation. Это реализовать очень легко, на самом деле они решают... Проагрить быстро и... Ой, хорошо отвечают сейчас игроки команды Ашер. Не пускают они проагрить Бету и Альфу. Еще идут сжать у нас Тушкана. Дезерт делает килл. И остается 2 в 5 сейчас игроки команды Z Nation. Делают страйк, килл. Делают страйк, второй килл. Ой-ой-ой, это было очень плохо на самом деле. 2 в 3 они остаются, но хорошо они очень пробрили. Вот, проверил еще как раз страйк и будет... На отходе убивает на Алекса. Боже, зачем вы высовываетесь по одному... Это очень жалко. Еще убивает Асак Дезерта. Ну было такое же преимущество. Зачем вы посливались? Ну да, действительно, у ребят очень большие нервы. Будем смотреть на Электро. Возможно, потащит. Но он не знает, что на ящике сейчас как. И это победа. Это победа команды Z Nation. Поздравляю их с первым местом на этом турнире. Они проходят, как я уже говорил, так же, как и проходят.